В селе Ясная Поляна Тэньшинского района прошел слет представителей поколения Next. Встречу провели в рамках празднования Года детей. В Тэньшинском районе 52 школы, знания в которых получают 6 тысяч мальчишек и девчонок. Большая часть активно участвует в спортивных соревнованиях и культурных мероприятиях района, республиканского и даже международного уровней. Особо отличившиеся от первоклашек до выпускников собрались на слете. Тема была такая: роль молодежи в становлении новом Казахстане. Сегодня выступают все лидеры парламента и сам парламент, который именно имеет самоуправление в школе, где у них имеется свой парламент, но там же идут фракции депутатов. И сегодня они выступают, так как показать свою работу, что они в школе делают и как они самоуправляют в своей организации. Мысли о родине, мнение об экологии, происходящем в мире и даже каким дети видят будущий Казахстан. Обсуждения были почти как в кабинете министров, только песни там вряд ли поют и стихи наверняка не рассказывают, зато на слете креативные выступления один за другим. Мы споем песню о том, как про наш школьный парламент, про наше село. Взяли песню «Осень», что такое осень называется, и поменяли слова. И получилась своя песня у нас. На слет пригласили и дошколят, чтобы показать им пример, какими надо быть активными. Поздравляем всем годом детей. Желаем счастья, здоровья. Всем счастья и президенту Казахстана. Здоровья и веселья. Поздравляем всех детей Казахстана с нашим праздником, что все было классно. В конце мероприятия аким района Руслан Анбаев поздравил детей с годом ребенка и вручил благодарственные письма и ценные подарки командам, принявшим активное участие. Агирим Укашева, МТРК.